Здравствуйте. На улице потеплело. И когда же я разберу этот кирпичный сарай? Надоел он уже. Тут это есть нерешенные проблемы дома. С этими проблемами меня уже жена пилит уже. С этими проблемами жена меня уже полгода пилит. Вот тут фонтанчик, видите? Фонтанчик. Этот кран мы поставили, когда переехали в этот дом, когда только построили. Это было в 2014 году. Сколько уже? 6 лет, 7 год живет этот кран. Довольно долго он прослужил. Вода очень жесткая. Вот в этом месте и крану пришла хана. Конечно же, я долго упирался, не хотел его менять. Говорю же, бежит только сюда, в раковину, туда вниз не бежит. Но все-таки жена купила кран, и сейчас нужно его поменять. Кран в ванной. В ванной. Поменяли. Уже третий раз поменяли вот этот кран. Тоже как бы на издыхании. Но он прослужил что-то год, что ли, недолго. То ли из-за такой жесткой воды, то ли из-за таких качеств кранов. Не знаю, что такое происходит. Но этот кран уже полгода ломается, хочет что-то там, то бежит, то что-то маленько, то не бежит. Не знаю, короче, он стоит еще. В общем, сейчас надо перекрыть воду. Перекрыть воду. В подвале. Где у нас вода перекрывается? Вот здесь вот. Вот так вот перекрываем. И все, идем работать. В общем, вот кран. 1200 рублей. Такой же кран какой-то. Или не такой же. А вот этот кран жена купила еще полгода назад. Я его так и не сделал. Хотели в ванную сделать. Это жена купила в светофоре. Он пластмассовый. Это трындец. Сколько он? 300 или 400 рублей стоит? Ну не знаю. На неделю хватит, не хватит такого крана. Да, поменять смеситель, это вам не сарай разбирать. Тут сложность 80 уровня. Все это барахло достать надо, потом ключи найти где-то. Ох, ёкарный. Вот это задача. Блин, под лестницей ключей нету. На улицу идти надо. О, универсальный ключ. Еще бы какой-нибудь найти. Блин. Еще же тряпки нужны. Ой, как хлещет вода-то. Откуда столько воды? Со второго этажа, что ли? Ну что, открутили там? Ну сейчас надо вот здесь открутить. Как открутить? Ключ на 10. А где его взять?
плоскими, не подлезти. Вот какие проблемы? Вот такие вот большие проблемы. Ключа нету. Идти надо в гараж за 100 метров. Это трындец, вот это, менять вот этот смеситель, это трындец. Ну что, Няша, помочь хочешь? Давай помоги, тут вообще проблема. Да ты что, хозяин? Вообще проблем не вижу. Ты что, сумасшедший? Так, ну что, я сходил в гараж, нашел ключ. А он не подходит. Снова идти в гараж. Ох ты, блин, что ты будешь делать-то? О, ну все, взял два ключа. Вдруг не подойдет. О, подходит, но не откручивается. О, пошло. Ну все, наконец-то достали кран. Достать-то достали. Дело в том, что родные, вот эти шланги, они коротенькие. Вот этот шланг я покупал отдельно. А здесь, а внутри, все резинки, уже все трындец. И это начинает походить на бедствие. Потому что нужно ехать в магазин. А это уже не смешно. Вот что значит поменять обычный кран, смеситель в доме. Оказалось бы, простой кран, смеситель. Что, так сложно поменять, что ли? А получается, не все так просто. Нужно ехать в магазин. Конечно, можно было все оставить на завтра. Но, блин, воды-то нету, все кругом, вода перекрыта. Ну что, вот я и в магазине побывал. Вот, купил шланчик 0,5 метра, папа-мама. Купил все-таки вот ключей, набор ключей для дома. А то ключей-то нету. 1000 рублей, вот. Начиная от 6, заканчивая на 32. Вот, 12 ключей рожковые. И купил вот такие плоскогубцы тоненькие на конце. А зачем мне такие плоскогубцы? А чтобы вот здесь вот шланги затягивать. Сюда ключи не подходят. Смотрите, что придумали. Не могут по-нормальному придумать, чтобы затягивать эти шланги. Вот только такие плоские и подходят. А ключами не затянуть. Слишком толстые. Хотя вот эти ключики не потоньше, чем вот эти старые советские. Ну и качество у них получше. Они потолще. А эти что? Эти тоненькие. Возможно, они бы и подошли. Сейчас проверим. Ну да, с одной стороны подходит, а другой уже не подходит шланчик. Но эти ключи, они какие-то игрушечные. Да, раньше делали нормальные ключики. А сейчас что делают? Это трындец. О, хорошо, сейчас у меня будет дома, теперь у меня дома будут эти ключики в хозяйстве. Хорошо-то как. А вот эти плоскогубцы тоже хорошо, пригодятся. Конечно, для этих ключиков нужна какая-то коробочка или куда их складывать, иначе по отдельности они все разойдутся по всему дому, по улице, везде будут эти ключики валяться и так и потеряются. Поэтому что-то надо для них такое. Не знаю, типа коробочки какой-то. А лучше что-то тряпичное, куда складывать их. Так, ну что, спустя полдня все готово. Горячее, холодное. Ну-ка. А может там бежит что-то внизу? Нет? Ой, нет, все хорошо, все отлично. Смеситель поменяли, все. Надеюсь, жена будет рада. Да. А Няша рада?
Вот горелку приобрел на Авито. Инжекционная газовая горелка. Ну, для печки, чтобы медь расплавлять. Еще нужен газовый баллон, шланг, редуктор. Вот так. Сейчас еще хотелось бы вот здесь вот прибраться. Вот этот срач убрать. Как это сделать? Как же это сделать? Вот такой вот тут беспорядок, конечно. Ну что, все, прибрались маленечко. Маленечко чистенько стало, а то вообще завал был. Сейчас хоть нормальненько стало. А здесь у нас вообще-то грязненько, непорядок. Ну здесь мне что-то неохота вообще прибираться. Холодно на улице. Здесь тоже маленько прибрался. Расставил по местам. Вот так вот. Железяку мне надо. Железяку. Пластину. Железную. Лист железа, короче говоря. Водосток вон загнуло, вывернуло, повернуло, потому что не закреплен, ну и не доделан, как и все в моем доме. Недоделанная. А вот и первая капель. А вот и первая весна. И птички запели, зачирикали. Что-то чуют. Весну чуют. Да, птичка? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Какая-то песенка у тебя странная, слушай. Птичка. Выдерга и кувалда, думаю, нам помогут добыть лист железа. Кувалда не понадобилась. Сейчас надо решетку отсюда выдернуть, выпилить. О, кусочек отломили, какой надо. Лишнее обратно унесем. Нагадили, нужно убирать.
Так, все чистенько. Сейчас на дно деревянное поменять на дно железное. Ну вот, перестали на железную пластину, а вот у нас деревянная. Вот так вот выгорело на колесиках. Сейчас нужно печку приварить к пластине, а пока что можно покататься. Ну что, все, пластину приварили, колеса приварили. Сейчас вот сюда вот так вот, за место этой трубки, вот так вот надо сделать вот эту горелку. Инжекционную горелку газовую. Вот так вот. Глеб Т. Привет. Ну что, пол стены я снес. Вот оно, все внизу. Сейчас надо убирать это все как-то. Складывать тут. Эти стульчики я не смог отсюда выдернуть. Они вмерзли. Куда они пойдут, не знаю. Ну, сколько-то штук можно будет ставить на сидушки. Трубки какие-то тут железные, так, из них что-то можно будет делать. Но они вроде бы очень тонкие и ржавые. Не знаю, что из них выйдет, из этих железных трубок. Сейчас это все надо собрать. Все блоки. А в следующей серии, наверное, будем вот эту стену ронять как-то. Лебедкой. К елке привяжемся. Через брус по диагонали. И будем ронять, дергать. Посмотрим, что выйдет. Thank you.
все чистенько.